Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. В городе Харьков высокоточным оружием ВКС России уничтожено до 150 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники 93-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Кроме того, за сутки высокоточным оружием поражены два пункта управления в районах населенных пунктов Звановка и Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики. 4 склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением в районе Красной Харьковской области, а также живая сила и военная техника Вооруженных сил Украины в 18 районах, в том числе пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Лиманы Николаевской области. В рамках контрбатарейной борьбы поражено 4 украинских артиллерийских взвода реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град» в районе населенного пункта Горловка Донецкой Народной Республики, а также 1 артиллерийский взвод гаубиц «Гиацин-Б» в районе населенного пункта Кирова Херсонской области. Оперативно-тактической и армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией поражены 3 пункта управления украинских вооруженных сил, 2 склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Баштанка Николаевской области и Сидоров Донецкой Народной Республики. 1 радиолокационная станция зенитно-ракетного комплекса С-300 в районе Широколановки Николаевской области, а также живая сила и военная техника вооруженных сил Украины в 63 районах. В районе населенного пункта Новобратска Херсонской области в результате воздушного боя российским истребителем сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 3 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Чернобаевка Херсонской области, Кунья Харьковской области, Александрополье Луганской Народной Республики. 3 тактических ракеты «Точка-У» в районах населенных пунктов Чернобаевка Херсонской области и Первомайск Луганской Народной Республики. 8 снарядов РСЗО в районах Лесковки и Долгенькая Харьковской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 231 самолет, 134 вертолета, 1451 беспилотный летательный аппарат, 353 зенитных ракетных комплекса, 3910 танков и других боевых бронированных машин, 716 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3092 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4016 единиц специальной военной автомобильной техники.